Всем большой привет! Меня зовут Наташа Гром и добро пожаловать на мой канал. Сегодня я хотела бы вам показать небольшие отрывки, кусочки из разных моментов видео и как многие блогеры снимают многие видео на такую тему, как мое лучшее лето, мои лучшие воспоминания лета. Мне просто бы хотелось показать отдельные части, которые я снимала в конце августа, в конце июня, если я не ошибаюсь. Ну, в общем, ладно. Да, я точно так же, как и вы, не люблю начало учебного года. Это жесть. Говорю честно. О школе мы поговорим чуть позже, потому что я готовлюсь на эту тему какие-то видео. В общем, должно быть два. Вот, а сейчас я просто хотела показать вам отдельные кусочки из лета 2016 года. Mm-hmm.
рождения, она обычная, на самом деле. Вдруг застрянем. Как ты видишь, что она снимает? Итак, приехал урожай 2016 года, уже который собрали. Он приехал из Сергиева Посада. Смотрите, какие нереально здоровые помидоры получились тут. Прям вообще в этом году. Ну и длинные такие огурцы здесь, тоже огурцы. А еще хотела показать необычные эти... Необычный перец желтого цвета. Вот такой вот он. Видите? Такой перец. Такой прикольный, кстати. Вот. Что еще здесь есть? Ну, лук, само собой. Лук мало. Я очень люблю лук, особенно жареный. Вот. Вы думаете, что это обычный помидор? Но это не обычный помидор, смотрите. Вот это моя ладонь. И вот такой размер помидора. Как вам? По-моему, очень прикольно. То есть можно вот так вот его взять, и он займет всю ладонь. Представляете? Какой-то очень гибридный получился в этом году. Но зато свой домашний из грядок. Ла-л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 а
Воу! Да что-то под откосом стоим. О! Вход? Вход в озеро. Он еще парит, смотри. Кстати, вода-то теплая. Да. Кстати, да. О, о. Тут вдруг кто-нибудь плавает. А, это не то. Тут никого нету. Вон, посмотри, вот она на дне. Она бы не стояла, если бы она на дне была. Она на дне, я тебе серьезно говорю, сам посмотри. Где она на дне? Она то ли на дне, ну-ка. Вот она, вова. Берем? Давайте, что? Один? Ну да, давайте один. Что, о, спасибо. У вас трубочек нет? Да, дайте трубочку. А, нет, хорошо. Давайте, давайте. Сразу как холодный, ну, так холодный. Сразу давайте всем, да, спасибо. О, смотри, тут это, Wi-Fi есть. Работает? Ты как раз хотел себе Wi-Fi. Туда сядем? Потом через. Что? Выложишь меня, позоришь. Почему все так думают, что я куда-то буду выкладывать и буду позорить? Я же не говорю, что, о, какой ты козел, типа, только ему не говорить, ну, сейчас я его поснимаю втихаря и выложу, я вообще просто так сказал. А, просто, ну, не знаю, многие так думают, на самом деле. Сейчас я выкину. Под крылом. О, нифига, какая тень от меня. Там такая тень. Иди, смотри. Тетя? Иди, смотри, там такая тень будет. Тебя даже голову не видно. А мне что это? А прикинь, тот в окне нас смотрит, как дурачки такие. Смотри, меньше, меньше. Вот, вот. Во! Во, вот это огонь на крыло. Кто? Смотреть на самолет, да? Нифига, он так близко. А это какой, тушка, наверное, да? СССР, вон, бортовой номер. У меня же тоже модель самолета есть. Давай, Наташа, давай. Куда я залезу? Тут что-то написано даже. Памятник самолету Ил-62М. У-ху! У-ху! Давайте фонариком подсвещу там. Давай. Пошли. А вон там, ну там лучше. Но он красивый, здоровый такой. Пойдем, там тоже написано? Да. Пока. Не получилось? Зачем туда идти?
Москва. Садишься уже? Почти. Знакомый трек там играет, который я тебя просил включить. Чувак какой-то, все фотки у меня комментируют. Какой-то такой наезжающий плохой такой. Да. Мне, наверное, пока держаться. Моя рука. Я всегда боюсь, что телефон так мне когда. Ой, камера когда-нибудь так улетит. Мы уже движемся ближе к дому и, как обычно, по традиции заезжаем сюда. Тут происходит фотосессия машины. Вот, сейчас такое прекрасное утро, я хочу вам его показать. Здесь нет никого, сейчас в Москве. Сейчас в Москве 5:30 утра. Это мое самое любимое время, когда рано утром. Москва, будни, нет никого. И я надеюсь, что видео вам понравилось, потому что я старалась максимально собрать эпизоды, которые попадут сюда. Кстати, да, может быть, назвать это видео эпизоды лета, почему бы нет? И встретимся уже совсем очень-очень скоро. Всегда ваша Груна Наташа, пока!